Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сейчас я показываю вам, пожалуй, первую методику, которую я применяю в процедуре проведения экспериментально-психологического исследования. Вру, не первую. Первую я устанавливаю контакт, я беседую с человеком, узнаю, где он родился, где женился, где учился и так далее и тому подобные вещи. Налаживаю с ним продуктивный, подчеркну это слово, продуктивный контакт. И затем предлагаю пройти несколько методик, проверяющих его способность к счету, объясняю я испытуемому, способность к письму, к решению каких-то элементарных детских задач, какой бы это ни был испытуемый кандидат наук, головастый мужик или же там, подросток, или юноша, или женщина, неважно. Но если я сначала разговариваю в процессе ЭПИ, то потом предлагаю методики. Сначала я прошу проверить скорость счета, счет по креплену. Иногда просто счет, когда предлагается отсчитать из 100 по 7 или из 100 по 3 и так далее. Но исторически так случилось, я обожаю эту методику, это точно пистолет Макарова или пистолет ТТ, более убойный такой. Соответственно, я лично, мои сотрудницы применяют вот эту самую методику. Я их так научил, я их так заставляю. И эта методика называется, как вы, наверное, уже догадались, таблицы Шульте. Поставляется она вот в таком вот пакетике с нашим логотипчиком. И первое, что мы с вами здесь видим, это методическое руководство. Методика очень проста, очень эффективна и реальна. Я буквально первой, второй методикой даю ее в процедуре ЭПИ. Здесь можно ознакомиться с нашими контактными данными, нашим сайтом, телефонами, имейлами и так далее. Кому интересно, можно будет это все посмотреть на нашем сайте. Здесь описана процедура проведения и инструкция, интерпретация этой методики замечательной. Она элементарно проста. Основной критерий попасть человеку в диапазон 40-50 секунд, край 55. И в этом случае можно говорить о достаточной концентрации активного внимания. Вы знаете, специалисты меня поймут, есть активное внимание, есть пассивное внимание. Никаких других видов вниманий не существует. И вот эта методика как раз направлена на оценку активного внимания. Тут есть формулы. Но это, я подчеркну еще раз, обратите внимание на заголовок, патопсихологическая методика. Да, она качественная, она может быть формализована. То есть вот обратите внимание, тут опять же формулы, да, то есть можно рассчитать психическую устойчивость, степень вырабатываемости и, собственно, протокол предполагает даже какие-то записи, расчеты и так далее. Но мы с вами знаем, методика качественная, патопсихологическая, и мы ориентируемся. До 50 секунд уложился, замечательно. Не уложился, значит, проблемы с активным вниманием, концентрацией активного внимания. Но это, опять же, условно. Надо читать соответствующую литературу, и в этой литературе должным образом описано, при каких заболеваниях, с какой нозологией встречается, ну, допустим, мы получаем тут 40 секунд, давайте не пальцем буду показывать, здесь получаем 40 секунд по первой таблице, там 25 секунд, 51 секунду, 14, ну, 14 слишком уж я загнул, значит, там, допустим, опять же, 55 секунд, и здесь, допустим, 54 секунды. Соответственно, можно построить график. В литературе это подробнейшим образом описано. Соответственно, указать ошибки, построить график. И при различного рода нозологиях эти графики будут существенным образом отличаться. Они будут или вот такие впалые, седловидные, при, допустим, Альцгеймере, или, допустим, по нарастающей вырабатываемой. Истощаемость человека проявляется. Очень хорошо методика диагностирует истощаемость. Фактически, быть если честным, она диагностирует три основных момента. Это концентрация активного внимания, распределение активного внимания и истощаемость или же неистощаемость человека в процессе деятельности. Все это наглядно можно изложить в графике, но специалист, просто ведя протокол и записывая количество минут, он уже визуально, ну, не составляет труда в уме, значит, построить этот график, увидеть его примерную, его расположение. Ну и соответствующим образом, значит, понять, что же у человека происходит с активным вниманием. Она качественная, с ней надо работать. Кроме того, по формулам, соответственно, тут вот даже оператор, надеюсь, сейчас вот сконцентрируется, да, можно посчитать концентрацию внимания, распределение внимания, истощаемость психической деятельности, эффективность работы,
степень вырабатываемости и психическую устойчивость. Все это поставляется еще с большим листочком формата А4, на котором это все уже больше, большего размера. И, соответственно, можно это все использовать. Распечатали на принтере, на ксероксе, и, соответственно, используете в дело, в карточку вклеиваете. Провели обследование, собрали результаты по Шульте, по исключению предметов, по классификации, по запоминанию 10 слов, по пиктограммам, по MMPI, если это требуется, там по КТЛу, УСК, НПУ, нервно-психическая устойчивость. И, соответственно, вкладываете все это в дело, вклеиваете в карточку, пишите заключение по результатам экспериментально-психологического исследования APE. Так это выглядит в нашем исполнении. Прекрасный, красивый, мне просто очень нравится вот этот цвет вот этой обложечки, такой строгий. Ну и, соответственно, перейдем к главному. Это наши карточки. Полностью аутентичные. Размерность 150 на 150, покрыты специальным составом, они вечные, будут служить вам вечно. Это не ламинация, не простая ламинация, какой-то хитрый термин мне, значит, заведующий типографией объяснял, я так до конца и не понял. Это не до конца ламинация, какая-то хитрая очень технология. Карточки не отблескивают на свету, то есть они не, как бы, вот как это страдает бумага, допустим, заламинированная, да? Они вот как бы такие, ну, как, скорее бы я бы сказал, матовые какие-то. И, соответственно, здесь вот они представлены. От 1 до 25 предлагается испытуемым посчитать. Говорится, вот перед вами карточка. На каждой карточке изображено 25 цифр. Будьте добры, посчитайте, пожалуйста, последовательно, как можно быстрее, от 1 до 25. И, соответственно, испытуемый начинает. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Соответственно, засекается время. Экспериментатор сидит с часами на телефонах. У каждого есть секундомеры. Еще как-то, соответственно, вот такая вот методика. Прошла первая карточка. Предлагается, можно даже дать некоторым испытуемым возможность отдохнуть. Пошла вторая карточка с той же самой инструкцией. Пошла третья карточка, четвертая карточка. И пятая карточка. Сейчас появляются варианты с шестью карточками. Как бы первая такая экспериментальная, да, чтобы человек мог понять и въехать. Но мы ее используем, эту шестую карточку, только в компьютерной версии этой самой методики. Такую версию мы тоже предлагаем. Уникальная программа, все автоматизировано, автоматически считает, строит графики и так далее. Но это изначально была, да, то есть вот качественная патопсихологическая методика 50-е годы. Это Блюма Вольфовна Зейгарник, это ее работы, основоположник отечественной патопсихологии. Вот только получили из типографии. Значит, карточки можно вот так вот придавить. Они полежат некоторое время там под книжкой, под тяжелой, там ушли с работы, положили под книжку. Они выправляются, все прекрасно становится. Они и так ровненькие. Иногда, опять же, нам заведующий типографии посоветовал вот так вот согнуть немножко и резиночками их стянуть. Вот так вот. Тоже оставить на несколько дней резиночками. И тогда они становятся, тут плотный достаточно картон. Порвать эти карточки нельзя. То есть они, это не простая бумага, не простой картон. Их порвать невозможно. То есть очень надо большие усилия руками не порвать. Пробовал, знаю. Вот так вот выглядит методика таблицы Шульте, которую мы предлагаем к использованию нашим коллегам, специалистам, медицинским психологам, психофизиологам, промышленным психофизиологам, ну и всем людям, которые этим пользуются в рамках различного рода психологии. Спортивной, опять же, да, детской психологии и так далее, возрастной какой-то. На этом, пожалуй, я завершу рассказ об этой методике. Будут вопросы, задавайте их под этим видео, пишите мне на электронную почту, звоните по телефону. Я всегда рад буду общению, пообщаюсь, отвечу на все заинтересованные, интересующие вас вопросы. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!